когда полон друзьями мой дом. Пусть уныние и скука уходят. Добрый вечер, мы вас очень ждем. Испокон веков человек ищет способы доставить себе удовольствие. У кого-то это общение, путешествие, спорт, музыка. У другого какая-то одна, но пламенная страсть, чему только не посвящает досуг свои люди. Одни собирают этикетки, монеты, значки, фантики, другие помешаны на кроссвордах, третьи играют в карты или шашки, четвертые сидят с удочки на берегу или бегают по лесу в поисках ягод и грибов. Причем у каждого народа свои предпочтения. Итальянцы любят петь, заедая спагетти. Кстати, у нас 6 итальянцев. Есть сейчас итальяно, итальяно, есть? Руку поднимите. Не пришли сегодня, петь завтра будут. Испанцы любят смотреть бой быков, запивая сангрией. Бразильцы готовятся к карнавалу и танцевать самбу. Немцы и чехи пить пиво. Англичане играть в гольф. Американцы пить колу и курить сигару. Китайцы, сама видела, любят петь караоке. А чем любят заниматься русские? Давайте все вместе подумаем. Ваше предложение. Чем любят заниматься русские на досуге? Версии. Петь караоке. Пить пиво и водку. Еще что делать? Корзины плести. Еще что? Нет, вы знаете, меня сейчас интересуют не индивидуальные виды досуга, а коллективные. Что мы любим коллективно делать? Петь песни любим, еще? Ходить в баню. Ходить в баню, еще что любим? Ходить за грибами, еще? Ходить в гости. Ходить в гости, еще? Рыбачить. Ну а там, где рыбалка, там и... И понятно, все остальное. Вы понимаете, друзья? Нет, не выпивать уже было. Рыбалка и? Охота. И охота. Вы знаете, что здорово? Вот практически все это здесь лежит на столе, все то, что вы сказали. И потихонечку мы эти карты будем с вами открывать. Но еще есть еще хобби отдельных людей. Вот я выписала, какие хобби у знаменитостей были. Пушкин любил разыгрывать друзей. Гайдар – гонять бумажных змеев. Горький – сжигать костры в пепельнице. Он даже сжег одну люстру. Менделеев – чинить чемоданы. Павлов – играть в городки. Толстой – рубить лозу. Шварценеггер коллекционирует обувь. Моцарт спускал все деньги, играя в бильярд. Тухачевский делал скрипки. Ленин делал чернильницы. Александр Буйнов играет в морской бой. Ну, конечно, это далеко не полный перечень, то, что мне удалось найти. И вот сейчас я хотела бы пригласить первого сюда нашего участника. Вот здесь у меня волшебный стул. Это кто-то из мужчин, который чем-то увлечен страстно и пламенно. Кто у нас есть мужчина, чем-то пламенно увлеченный? Мне кажется, это вы, наверное, молодой человек. У вас есть какое-то увлечение? Навалом, навалом, иди садись сюда. Ну садись, да вы такого не можешь, что нет, садись сюда. Пока вы нам про свое увлечение не говорите, мы попытаемся догадаться. Кстати, как вас зовут? Дима зовут, прекрасно. Сейчас мы будем с вами пытаться угадать увлечение Димы. Так, Настя, помоги мне, пожалуйста. Дима, не оглядывайся. Не надо оглядываться. Итак, мы сейчас сидим спокойно. Не волнуйся, не нервничай. Нормально все? Стулья удобные? Удобные. Настенька, подержи вот эту карточку. Вот так вот. Вот так держи. Все видим, что здесь написано. И молчим, молчим. Итак, Дима, сейчас ты нам будешь отвечать на вопросы о своем хобби. Начну я, может быть, вам заинтересует, тоже захотите сказать. Итак, скажи мне, пожалуйста, что привлекает тебя в твоем хобби? Что привлекает? Азарт. Хорошо. А скажи, пожалуйста, часто ли ты своим хобби занимаешься?